Всем доброго времени суток. Я рад видеть и приветствовать вас на своем канале. И к вашему вниманию представляю следующий ролик, посвященный декоративному покрытию торговой марки Fadel. Смотрим. Итак, берем старое доброе пустое ведерко из-под акриловой финишной шпаклевки торговой марки Fadel. Большего сосуда и не нужно. И в нее будем добавлять Inion Latex Matte. Это первоклассная топовая краска торговой марки Fadel с хорошими кроющими способностями, стойкости к влажному и сухому стиранию. Вот. Ну и, собственно говоря, из этого сырья будем делать материал для подложечного слоя для дальнейшего декора. Здесь вот приблизительно грамм 450 краски. Этого хватит с головой на всю подложку с учетом нанесения в два слоя. Обязательно. Вот у меня остатки желтого такого солнечно-песочного колоранта с предыдущих работ. Сейчас будем немного понемножечку добавлять, дабы определить самый наилучший цвет для подложки. Ну вот приблизительно вот такой цвет подложки будет. Особо сильно выделываться не будет, так как ее за эту подложку и этот цвет закроет финишное покрытие декоративное. Но особо сильно выделываться я не буду. Приблизительно вот такой вот яичного цвета, на майонез чем-то похож. Готовлю декоративное покрытие. Не изменяя старым добрым вкусом, берем старое доброе ведерко с акриловой шпаклевки торговой марки Fadel и берем непосредственно декоративное покрытие. В данном случае это будет Sand Farba торговой марки Fadel. Декоративное покрытие с особенным наполнителем. Здесь идет стеклярус, он же бисер в простонародье. Вот так вот оно выглядит поближе. Видите, субстанция, которая поверх наполнителя, это не есть признаки испорченности продукции, это просто связующее вещество. Так как наполнитель тяжелее, он падает вниз, а связующее всплывает наверх. Берем приблизительно грамм, хрен его знает сколько, грамм 450, наверное, ровно столько же, сколько и подложки. Все это дело смешиваем в один сосуд, в одну тару, в одну субстанцию, для того, чтобы была однородная масса. Ну вот, приблизительно чуть-чуть больше, чем половина баночки материала. Сейчас его будем колеровать. Старый добрый желтый пигмент. И будем потихонечку, по чуть-чуть добавлять. Все идет на глаз, на цвет, на вкус. Вот это место, это будет центр всего рисунка. Вот отсюда я и буду плясать в разные стороны. Типа солнечных лучей. Физическое нанесение краски. Вот.
4 равные части. Так будет немного легче соблюдать рисунок. Тогда будет более-менее видна какая-то симметрия. Рисунок желательно наносить якобы штрихами по ходу движения лучей. Тогда по итогу получится красивый такой всплеск. Приблизительно вот так вот будет выглядеть все покрытие. Пока что показываю только кусочек. Для того, чтобы ускорить рабочий процесс, берем щетку побольше. Это солька обыкновенная, дешевая китайская солька. И работаем. Ну вот, собственно говоря, и все. Вот такой вот потолочек получился. Сейчас этого ракурса покажу. Вот такой вот рисунок, вот такие вот всплески. Сейчас еще выключу свет, покажу, как оно при сумерках показано. Собственно говоря, все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем добра, всем благ, до скорой встречи.